Наконец-то Epic Games вспомнили, что у них есть игра на Android-устройствах. Hola amigos, на связи Матвей, и сегодня у меня для вас просто замечательные новости. Эпики впервые за 9 месяцев анонсировали турнир, предназначенный исключительно для игроков на Android. Над названием заморачиваться не стали, просто назвали его Galaxy Cup 2.0. Сегодня в этом видео я расскажу вам всю известную информацию про этот турнир в мельчайших подробностях, ну а также немного поделюсь своим мнением на этот счет. Присаживайтесь поудобнее, такого вы еще точно нигде не слышали. Это воистине очень громкое событие для мобильного сообщества Fortnite, потому что последний раз подобный турнир, а именно турнир «Танец урожая», проходил аж в начале декабря 2020 года, а это, к сведению, чуть более чем 9 месяцев назад. Очень хорошо, что даже хоть через такое долгое время Epic Games все же вспомнили, что в их игру вообще-то и на телефонах играют. По сути, это тот же турнир Galaxy Cup, который проходил один год назад, то есть у нас есть какой-то скин Galaxy Бабы, который мы можем за бесплатно выиграть перед тем, как он выйдет в ежедневном магазине Fortnite. Так-то к сведению, на предыдущем Galaxy Cup я, конечно же, забрал скин. И, кстати, уже к тому времени ввел свой YouTube канал, поэтому можете найти некоторые видео по этой теме. Обязательно посмотрите и поностальгируйте. Но что касаемо нынешнего Galaxy Cup, то он, конечно же, отличается от предыдущего. Например, для того, чтобы забрать скин на предыдущем Galaxy Cup, тебе нужно было войти в топ 10 тысяч лучших игроков на Европе. Ну а в этом, чтобы получить скин, тебе нужно войти всего лишь в топ 11 250 лучших игроков. Сам турнир будет проходить уже в это воскресенье, а точнее 29 августа с 8 до 11 часов вечера по МСК. Могу отметить, что это будет самый сложный турнир для игроков на Android, потому что ПТС будут начисляться всего тремя способами. Первый — это, конечно же, убийство, за одно убийство будете получать один ПТС. Второе — это попасть в 16 лучших, если вы попадете в 16 лучших, вы также получите всего один ПТС. Ну и последний способ — это, конечно же, топ-1. Если вы заберете топ-1, вы получите аж целых 6 ПТС. Тем самым, вся игра будет стремиться к тому, чтобы занять королевскую победу. Это означает, что будет нереально жесткая лейт-игра, а зная оптимизацию Fortnite на Android-устройствах, я уверен, что на этом моменте у большинства будет в среднем FPS 15. Тем самым, этот турнир можно по праву называть самым сложным для Android-игроков. И именно в этот момент я понял, что я имею огромное преимущество перед другими игроками, так как мой телефон официально поддерживает 60 FPS Fortnite Mobile. Поэтому если у меня и будет лагать игра, то не так сильно, как у других. С другой стороны, и награды здесь будут достаточно хорошие. Если вы наберете 20 ПТС, то получите вот такое вот прикольное граффити. Если вы займете топ 22 500 лучших игроков, то получите вот такую вот редкую обертку. Ну и как я прежде говорил, если вы попадете в 11 250 лучших игроков, то получите помимо скина также еще вот такой вот интересный бэкпак. Потому что, например, в предыдущем Galaxy Cup было всего лишь 2 награды. Это обертка за 5 ПТС, ну и, конечно же, скин без бэкпака за 10 тысяч лучших. В общем, ребят, обязательно уже сейчас начинайте тренировать свою лейт-игру в Fortnite, потому что главную роль на этом турнире будет играть именно лейт-игра. Просто отсидеться и получить ПТС у вас тут точно не получится. Из моих рекомендаций скажу, чтобы вы тренировали играть свою лейт-игру именно в 30 FPS, потому что, скорее всего, в лейт-игре на этом турнире у вас будет не более 30 FPS. Это очень сильно влияет на игру, и вы должны быть к этому готовы. Если говорить обо мне, то я на все 100% уверен, что смогу забрать этот скин. Вопрос лежит только в том, какое же место я смогу занять. Конечно же, как автор контента по Fortnite Mobile, ради вас я постараюсь занять место как можно выше. Проблема в том, что в последнее время я немного подзабросил Fortnite, и, честно говоря, сейчас опять начинать вот это тренироваться, оно меня так, если честно, достало. Я вот в Pixel Gun перешел и спокойно себе играю. Ну и под конец хочу напомнить, что так как это единственный и самый крупный канал по Fortnite Mobile во всем СНГ, я просто не имею права пропускать такое событие. Поэтому уже в это воскресенье, 29 августа в 7:30 по МСК, на этом канале я запущу стрим, на котором буду играть в этот турнир. Так что все, кто здесь впервые, обязательно оформляйте подписку, чтобы не пропустить стрим. Я его буду проводить в формате хендкам на примере этого видео, так что будет мега интересно. В общем, ребят, жду всех. Ну а у меня пока что для вас это все. Огромное спасибо за просмотр. Если это видео было тебе интересным, то обязательно ставь лайк. Также, если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово Galaxy. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца. Ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.